Неряшливой и непрофессиональной назвала работу общественного телевидения Армении Мане Геворкян, пресс-секретарь главы правительства страны Никола Пашиняна 19 апреля на своей официальной странице в Facebook. Ничего проблем, да? Комментируя объяснение общественного телевидения Армении об источниках слива в сеть технической записи репетиции выступления премьер-министра, Геворкян отметила, что телеканалы, которые ретранслировали обращение, должны были получить доступ к трансляции за несколько секунд до выхода в эфир, а не за 5 или даже 20 минут. Она подчеркнула, что команда премьер-министра не была предупреждена о технической трансляции, которая началась за 15 минут до эфира. По словам Геворкян, аппарат премьер-министра заверили, что до открытия доступа в эфире будет отображаться фотография Пашиняна. Геворкян также заявила, что призыв обеспечить открытую трансляцию не предполагает выхода в эфир всех подготовительных работ. Она потребовала от канала адекватных объяснений произошедшего. 18 апреля в социальных сетях появились ролики, смонтированные из кадров технической репетиции послания премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе своего обращения он говорил о социально-экономических последствиях пандемии коронавируса. На кадрах репетиции Пашинян пьет из бутылки и кашляет, не прикрываясь при этом платком или маской. Телеканал заявил, что утечки со стороны канала быть не могло, и что к технической трансляции имели доступ 8 крупных телеканалов страны. Администрация телеканала заявила, что техническая репетиция всегда проходит перед эфиром. Духов, Джаваурджан, духов.